Всем привет! Мы, как всегда, где? В походе. Сегодня, значит, мы собирались поехать в Ракитное. Там гуляние, праздник, мы там нашли усадьбу, заброшку, и, в общем, куча-куча всего интересного. Мы приехали на вокзал, купили билеты. До Утковки. До Утковки. Это Мерифянское, да, направление? Наверное, я не знаю до сих пор. Но сели мы на электричку, которая идет в Изюм. И, в общем, приехали куда? Как всегда, в Змеёв. Все дороги ведут на Кручи. Поэтому мы сейчас идем. Куда мы идем? На пляж. На пляже попьем чай, а потом идем в лес жарить блины. Ну что, погнали с нами? Как вам вот такой вот туалет-то недалеко от пляжа, а? Цивильненько, красивенько. Крутой туалет. А что у тебя за нож? Ты уверена, что это твой? Да. На 100%. На 100. Ага, у меня просто чехол. А цвет? Ну синий, что непонятно? С черным. Вообще. А тебе синий дарили? Зеленый. Это вообще не мой нож. Зачем ты меня обманул? Я честно говорю. А что, Сань? Сань, что там? Нож. Ну показывал, как ветер залазит сюда. Как залазит? Сюда ветер попадает? Да. Вот так и свистит. Ясно. Итак, у нас впереди образовалось вот такое препятствие на дороге. И мы вот думаем, идти не идти. Но мы, конечно же, пойдем, что делать. Нормально, прошли, двигаем дальше, мы уже практически пришли к озеру. Возле озера сейчас, наверное, будем делать привал, жарить блинчики. Все-таки масленица, все-таки праздник. Мы уже сделали чучело и будем, наверное, сжигать это чучело, так как все-таки традиция. Раз мы уже не попали на праздник, где это все будет происходить. Сделаем, значит, его с вами, правильно? Вот мы дошли до Задонецкого водохранилища. А, насколько я знаю, здесь очень хорошая рыбалка. Сами никогда сюда не приезжали, но рыбаков сидит очень много сейчас. Даже на лед вышли, стоят посреди озера, хотя уже лед очень тонкий, не стоит выходить. И вот как раз номер телефона, если вдруг кому-то надо или интересно, или хочет поехать на рыбалку, но не знает куда, вот как раз можно приехать. Здесь, кстати, дальше немножечко есть домики, в которых можно заночевать. В прошлом году цена здесь была, по-моему, около 350 гривен. Мы смотрели в интернете. Насколько эта цена актуальна, сказать точно не могу, потому что я думаю, что она отличается от того, что пишут в интернете.
Поэтому вот номер телефона, можете позвонить и узнать. Что это? Дудка. Дудочку сделал. Мне кажется, ну... Флейта почти что. Она только этот, визуально дудочка. А на самом деле? Просто херь какая-то. А что ты ругаешься? Нет. Ну давай, дуди. Килим, килилим, килилим, килилим. Открывай. Медведь пришел. Нам подходит это место? Да. О, смотрите, смотрите, я блесну на что. Это же рыбка. Рыбка. В общем. Выглядит как черка. Нашли вот такое место мы. Нашли, мы к нему шли вот. Полчаса, наверное. Такое красивое полчаса. Место. Часов пять. Не слушайте, что они говорят. Всякая глупость. Мы завели белоракитное, потому что мы сюда хотели приехать. Ясно. В общем, все, наконец-то жарим блины. Место оказалось плохим, потому что там ветер. В общем, мы уже второй или третий час ходим, ищем место. Я скоро умру от голода уже. Не знаю, что делать. Нужно грибов каких-то, что ли, найти, или веток уже пожевать. Им еду не дают. Ну, вроде как нашли место, не знаю прям даже. Классно на болоте. Как обычно, да, все в грязи, все в воде, но мы не ищем ну, легких путей. Ну, нас не преувеличивает. Ну, что не преувеличивает? Не в том грязи, не в том воде. Сыровато. Мне больше нравилось там, где мы проходили хвойный лес, и там полянки были, ну, замечательные, сухие. Я не знаю, чем там не захотели. Мы не захотели. Потому что мы шли на полянку. Вот именно на это. Прям даже не знаю, насколько хорошая идея жарить блины на горелке, потому что у нас, ну вот, пока что. Неправда. Не, ну есть еще хорошие, конечно, да. У нас вот, вот, как солнышки. В общем, пробуем еще жарить. Я надеюсь, мы все-таки поедим, потому что другой еды у нас нет. У нас есть уже немножечко блинчиков, и мы начинаем их заворачивать. Смотрите, из чего у нас. У нас по-мажорски. У нас икра красная. Побогато. Вот. И теперь заворачиваем и едим вкусные-вкусные блинчики. Приятного аппетита. И выберите вкусняши и садитесь кушать с нами. Конечно, икру в лесу рассыпать надо. Угу, угу. Ну что ж, приятного аппетита. Ну ты поджигаешь? Поджигаю. Ну так давай, что ты ждешь? Скорей. Весну. Ну так вот, пока не подожжешь, весна не придет. Не загорится? Что ты так думаешь? Это ж трава. Это получается, что весна не придет? Придет. Когда? Вот. Ну так что челаш не горит? Горит. Что, не видно? И мы не можем прогнать. Смотри, сейчас она наклонится и скажет, до свидания вам. До свидания. О, все. Ну, в общем, получается у нас свой праздник. Мы надеемся, мы не разозлим никаких духов этими действиями. Свое чучело, свои блины. Все это на болоте. Да, все это на болоте.
холодно, до жути, замерзли, капец, потому что костер не разожжешь, потому что все мокрое. Да, вчера снега выпало. Да, в общем. Не, можно разжечь, но это слишком долго. Двигаемся. Зато все хорошо. В сторону электрички. Будем уже направляться домой. Мы с собой возьмем. Как всегда помним, что ламу не нужно расстраивать. Начали. Пишем комментарии, ставим лайки. И до скорой встречи. А обняла.